Неделю почти не прекращаясь падал снег, и тут бах, и за один день почти весь он растаял. Сзади меня речка, она тоже отошел лед, и там уже везде вода, в принципе, почти везде вода. И, ну, блин, не прикольно, со снегом было лучше, и плюс сегодня такая погода пасмурная. Сейчас мне надо сгонять по делам, и дальше буду решать, что делать. И мне там есть такой блогер Гершон, у него 40 подписчиков. И он предложил мне сделать версу с контентом. Сначала предложил прочитать рэп, но я типа, ну не, потому что это уже зашквар в 2К17, там. Лучше назвать 2017. И вот мы решили, что лучше версу с контентом. У одноклассника есть группа, там 500 подписчиков, и на нейтральной территории одновременно выложится два ролика, и можно будет проголосовать, у кого лучше, и мы должны сделать ролик до 25 числа. Когда я не хожу с кем-то гулять, знаете, я хожу настолько быстро, что хожу в 2-3 раза быстрее, чем люди. То есть я проверял, если Google карты среднестатистическому человеку говорят, вам надо идти до такого места 40 минут, то я захожу за 15-20. Я просто лечу. И мне говорят, что я постоянно куда-то спешу, но у меня такие мысли, что чем быстрее я буду идти, чем быстрее я что-то сделаю, тем больше у меня времени останется на какую-то внеплановую задачу, например, тем больше свободного времени будет. Поэтому все задачи можно делать быстрее. То есть, если вы знаете, у меня целый день, могу сделать это прям еле шевелясь. Вы подумайте, я могу это сделать в нормальном темпе, быстро и хорошо справиться. Потом у меня еще будет время, не знаю, сходить в магазин, погулять с друзьями, с собакой. Вообще куча времени останется тогда. Вы будете делать все в 2-3 раза быстрее. Я даже видео в Ютубе смотрю на двойном ускорении. Ни одно видео я не смотрю на нулевом ускорении. Я смотрю в 2 раза ускорение, чтобы быстрее все делать. Как вы можете сейчас наблюдать, камера с зумом вернулась временно, блин, случайно себя призумил. Ну, короче, я сейчас в детской комнате нахожусь, это получилось внезапно. Тут такой ор, это капец. На сегодня это мое главное оружие. Стреляем в фашистов. Жесть, вы смотрите, сколько детей, они тут везде, из всех щелей лезут. Anything me I want, she a. Время ужинать, стейк и рис. Сейчас проверим, сколько денег мне придет с партнерки. И мне придет кто? День рождения в Игроленде, значит, все будет бесплатно. Я решил реально проверить, действуют ли кейсы. Закинул 50 рублей на Skiwi сюда и сейчас проверю. То есть кейс за 15 рублей. И я получаю, вот видите, тут тактика, потихоньку уходишь в минус. Это можно считать как такое легкое развлечение. Ты не уйдешь никогда в плюс и в минус потихоньку уходишь. Поэтому можно крутить долго, долго и нудно. Ну, я забросил 50 рублей, так что это почти не деньги никакие. Поэтому даже не жалко их терять. Снова 5 рублей, снова потихоньку в минус ухожу. Если вас удивляло все видео, что у меня у сестры монобровь, то это на самом деле шутка. Она взяла мамины тени и сделала себе моноброви. Это такая задумка.